Доказательство, что русалки существуют на самом деле. Группа рыбаков решила закрепить камеру на плавнике акулы и посмотреть, что она сможет заснять. Сначала акула плавала по дну океана и ничего не предвещало беды. Но в один момент на камеру попало это существо. Ученые говорят, что 80% океана до сих пор не изучено и что это видео не фейк.